Специально для любителей техники в Телеграме был создан тематический канал. Он целиком и полностью посвящен технике от автомобилей до грузовиков. А также мы публикуем там актуальную информацию и объявления о покупке техники, в том числе с консервацией хранения. Подписывайтесь, ссылка в описании. В истории завода имени Лихачева, помимо серийных грузовиков, были также интересные опытные мелкосерийные автомобили, которые точно заслуживают вашего внимания. В 90-х годах автогигант ZIL был в хороших отношениях с американской фирмой по производству дизельных двигателей Caterpillar. Так, например, в самом начале сотрудничества нашего завода и фирмы CAT был собран специальный сидельный тягач ZIL-4423, который выполнял роль технички, перевозил гоночные грузовики и все необходимое оборудование и атрибуты гоночной команды. 1 июля 1992 года машина была полностью готова. Под капот установили двигателей Caterpillar 3176, работавшие в связке с коробкой передач Eaton. Кроме тягача, на заводе ZIL был изготовлен специальный полуприцеп, который разделен как бы на две части – контейнер спереди и платформа сзади. Нужно отметить профессиональный подход завода даже к таким мелочам. Вот только, правда, спальник изготовлен по-простецки. Его боковины – это элементы обычной грузовой кабины серийного грузовика. Когда завершилась гоночная программа, некоторую технику распродали. Так, например, уникальный автомобиль попал в руки обычному фермеру из Воронежской области. Затем тот самый ЗИЛ был замечен в плачевном состоянии. Машина стояла под открытым небом, ржавела. Силового агрегата CAT и коробки передач уже не было. Не такой должна быть судьба уникальной техники. Такие редкие машины просто были безвозвратно потеряны. Судьба полуприцепа тоже нерадостная. Говорят, на территории завода он стоял до 2016 года. В тот самый момент автогигант сносили, расчищали территорию под новую застройку. Предположительно, до нашего времени прицеп не сохранился. Был порезан так же, как и уникальные грузовики на металлолом. Пишите свое мнение в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!